На ковре Б в красном трико борется Владислав Валиев. На ковре С победил Анзор Хизриев, Санкт-Петербург. Приглашаются Казбек Хубулов, Ацамаз Газаев. Владислав Валиев представляет команду Северной Осетии и Алании. Параллельный зачет Московская область. Владислав, 23 года, мастер спорта международного класса, Москва, ЦСКА. 14 лет занимается борьбой, тренеры Вадим Левин. Родион Нахтигой борется в синем трико. Команда Ханты-Мансийского автономного округа «Югра». Ему 22 года, мастер спорта. Тренеры Владимир Цегоев, Георгий Ланин. Бронзовый призер первенства России. На ковре А победил Нюргун Скрябин, Республика Саха. На ковре А начинаются поединки в 1/8 финала. Весовая категория до 61 килограмма. Приглашаются Ашамас Карданов, Крым, Рустам Караханов, Москва. На ковре С борец в красном трико Казбек Хубулов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Северная Осетия, Алания. Спортсмену 20 лет, мастер спорта, бронзовый призер первенства Европы 2014 года, победитель первенства России 2016 года. В синем трико Ацамаз Газаев, Москва, Северная Осетия, Алания. Мастер спорта, спортсмену 25 лет, чемпион Москвы. Thank you.
На ковре «Б» победил Владислав Валиев, Республика Северная Осетия, Алания.